Читайте в свежем выпуске газеты «Ангарские ведомости». Встретили хлебом солью. Мэр японского города Камацу впервые побывал в Ангарске. Ангарчане пожаловались на снос детских городков в старой части города. Кто ответит за бесчинство? Почему дорога в СНТ-светофор до сих пор не отремонтирована? Какой штраф ждет подрядчика? Пустующая муниципальная собственность ищет нового хозяина. Почему выгодно купить недвижимость у муниципалитета? Как справиться с шумным соседом? Мы узнали правильный алгоритм действий. Ангарские ведомости. Выходим каждую среду. Распространяемся бесплатно.